Так, ладно, Вов, подключайся. Да, я здесь. Короче, не знаю, почему YouTube не стартует, и ничего не могу с этим поделать, к сожалению. Вот, поэтому еще раз привет, Good Game, привет, Twitch. Значит, мы начинаем. Вот. Значит, сегодня седьмой тур, да, уже идет в турнире, в супертурнире в Эйконзе. Вот некоторые партии еще продолжаются, там идут сейчас безумные бои. Вот, 4, да, по-моему, партии, 2 в турнире А и... Нет, и одна в турнире претендентов. В общем, борьба идет нешуточная. С чего начнем, как ты думаешь? Ну, я предлагаю начать, значит, с сегодняшних. Какие сегодня, значит, события были? Ну, сегодня Сергей Корякин выиграл такую партию неоднозначную. Как-то слишком странно сегодня он проиграл. Мне кажется, вот можем с нее начать, с этой партии. Да, давайте посмотрим, значит, недавний при... Сразу, там, потом, потому что все ничьи были тоже боевыми, но можем сразу с событий начать сегодня. Не как вчера. Да, значит, недавний чемпион, претендент на звание чемпиона мира, вот, выиграл сегодня очень важную партию у очень сильного гроссмейстера Леона Ароняна. Вот, значит, развитие событий какие были. Была разыграна итальянская партия, такой спокойный вариант, часто встречающийся на борьбу. Значит, вот, рокировка, все это мы уже с вами видели. План белых пойти c3 там и аккуратненько захватить центр. Вот, основная Либо идея по... центр, либо на фланге пространство захватывать по ситуации, да. Да, значит, ну, естественно, оба соперника эту позицию играли много раз. 2-0 h3. Вот, и Ливон Тысячу решил... раз, я думаю, на самом деле. Да, может быть, 1000 раз. Значит, и Ливон здесь решил сделать такой агрессивный ход d5. Он, ну, естественно, он такой конкретный, хотя имеет свои недостатки. Вот, ну, видели мы, как в подобных позициях играли d6, потом h6, отводили слона и, в принципе, больших проблем не испытывали. Ну, как, собственно говоря, Классика, да. и сам Аронян играл эти позиции многократно. Вот здесь он решил пойти d5, такой более агрессивный ход. Взяли-взяли, и ладья e1, подвисает пешка. Вот, и защитить ее удобно не получается, потому что ладья на e8 постоянно будет попадать под подрывы c3, d4 там. Вот, и нельзя будет брать ЕД из-за ладья Е8 и слон бьет Д5. Вот, а Ф6 не хочется, потому что диагональ ослабляется страшно, там конь стоит, прикрывая короля, и стоит на него надавить, всякое может случиться. Вот, Ливон избрал ход слон Е6, безусловно, все это готовилось, то есть это очевидно. Вот, пешка пока косвенно защищена, как я понимаю, на конь Е5 последует конь Е5, ладья бьет Е5 и слон бьет Ф2 шах. С идеей на короле f2, ферзь f6, шах, и на отход короля ферзь бьет e5. Вот такой маленький тактический трюк. Так что удалось косвенно защитить пешку. Сергей сыграл c3. Вот, снова, как бы, ну, при случае d4 где-то хочет двинуть. Вот, значит, Поле прикрыл d4, да, опять-таки. поле прикрыл, значит, ферзь при случае на, ну, где-то, не здесь, но на b3 может посматривать. Вот. Ну, с точки зрения усиления связки, то есть где-то конь g5 поограживает такой неприятный ход. Кстати, интересно, почему сразу же не последовал конь g5. Вот, что было заготовлено Ливоном. Может быть, ферзь f6, но нет, там конь e4. В общем, для меня пока загадка, что будет на конь g5. Может быть, конь опять был ход. Конь бьет e6. Fe, да. Вот какая-то такая тактическая. Оправдание Да, но всему все этому. это достаточно сложно и Сложно интересно. и неясно, да. Да, то есть, кстати, а нет, показалось, к сожалению, показалось, да. Видимо, YouTube сегодня не будет показывать. Так, значит, c3 сыграли белые. Так, слон b6 отступили черный, профилактический ход, чтобы не попадать под темпы. Слон b3 сыграли белые с той же самой аналогичной идеей. Вот. И f6. Очень рискованный ход сделал Левон. То есть слон на e6 остается без защиты. И как бы подрыв d4 выглядит очень круто. Вот. Но безусловно, что, видимо, все это дома стояло на доске при подготовке. Трудно поверить, что все это играется с чистого листа.
Вот. С виду так позиция черных для меня выглядит сомнительной. Вот. Слон f7. Профилактический ход. Снова там косвенно защищено. С другой стороны, все фигуры вывелись. Ну, кто знает, да. Здесь да. Вопрос структуры. Последовал DE, конь бьет e5. Слон бьет d5, такой несколько неочевидный ход, но идея его ясна и понятна, в принципе. То есть белые передают сопернику преимущество двух слонов, но за это портят структуру и успевают одного из этих слонов разменять, что очень важно. То есть после взятия, очень важный ход слон e3. Вот, теперь черные не будут иметь преимущество двух слонов, а слабость на e5 останется. Вот, ну, не знаю, уж напутывали что-то ли он, но позицию он получает постепенно достаточно, на мой взгляд, противную. Слон c6 отступили, конь d2, белый заканчивает развитие и готовит оккупировать пункт e4. Что им, кстати, наверное, удастся в этой партии. Ферзь вышел на f6. Ферзь e2, белые аккуратненько прикрыли свои слабости. Ферзь g6 нацеливает мат, но есть простой ход f3. Вот, вроде бы все конкретно держится. Ладья d8. Да, здесь я, честно говоря, сразу не понял, почему черные не пошли e4, вот на f3. Угу. Ну, теперь я как бы... Не знаю, то есть, почему все-таки e4 не пошли. Конь бьет e4 же просто. Да. Слон e4, ферзь c4, шах, и ферзь бьет e4, по крайней мере, лишний пехотинец. Угу. Но мне кажется, большие шансы на ничью там сразу. Ну, возможно, он не хотел так сразу же и переходить в эндшпиль. Ладья d8 потом, ладья e8 очень ну, быстро. Ну, да, но он сыграл ладья d8, и белые установили блокаду. Взяли и поставили коня на блокадное поле. В принципе, ему и здесь никто не мешает взять на e4. И ладью на d2 отправить. И метнуть ладью на d2. То есть, может, он на победу играет, я не совсем понимаю. Почему не слон бьет e4? Странно, да. Возьми, слон бьет e4, у тебя вообще никаких рисков. Вероятно ли он играет на победу? Потому что вот, по-моему, элементарная ничья. Слон бьет e4. Если ферзь бьет e4, ферзь бьет e4, ладья бьет e4, ладья d2. Ну, ладья b1. С такой ладьей никто не справится. Да, там, есть... Ну, любой ход там уж можно сделать. Удивительное решение это, конечно. Да. Да, так что можно констатировать факт, что по дебюту все верно сделал Левон. Просто здесь он продолжал играть на победу. Вот, несмотря на черный цвет там и так далее. Ну, ладья f4 сделал ход. В принципе, пока ничего плохого не видно. Ладья А на d1. Вот. Это не жертва пешки, там ее брать нельзя. Там ферзь d5 в конце варианта. Ну, там и другие, может быть, есть возможности. Не суть. Значит, ушел на f8, да, то есть создал такое давление при случае ладья бьет f3. Белые успели отшахнуть и сыграть король h2. Теперь уже... А, ну снова слон бьет e4, наверное, было бы достаточно для того, чтобы... партию не проиграть, да? Ну да, да, конечно. Ну так все равно немножко неприятности есть, Аля. Да, да, определенно и есть. Пешечка на e5 все-таки не подарок. Так. Значит, что дальше? h6 сыграл Левон, но в принципе ход выглядит достаточно... разумно. Ладья d2 сыграли белые, король h7 сыграли черные. Вот. Вероятнее всего, значит, получается, что... Ну, везде здесь можно было перебить на e4. Вот. Скорее всего, ну, близко к ничьей. Вот. Но он не торопится. Играет пока. Белые сыграли ферзь d3. Какие-то, может быть, вскрытые шахи при случае опасался Левон, потому что он сыграл король h8. Ладья d на e2. Вот теперь уже перебить на e4 не получится, потому что белые возьмут не пешкой, а ладьей, закрепятся и будут иметь перевес в эндшпиле. То есть вот уже не получается. Ферзь e6 сыграли черные, b3 сыграли белые, хотя хочется пойти a3, но b3, значит, теперь по линии а какая-то возможная игра. Ладья спустилась на f7, ферзь e3, начинается хождение туда-сюда, но в принципе... Мне позиции белых больше нравятся, потому что они укрепились на пункте e4 и могут сейчас эту пешку окучивать. Например, ферзь g3, конь f2, конь g4 или конь d3. Или ферзь b2, c4, конь f2 и начать ее просто отъедать. Ферзь a5, ферзь b2. И вот эта позиция уже, может быть, становится противной, да? Алло. Я говорю, ты меня слышишь, да, нет? Да, конечно, конечно. Вот эта уже позиция может становиться очень противной, потому что пешка... Белую Похоже, Левон недооценил вот таких вот возможностей. Теперь говорю
конь с блокадного поля, как учил, кажется, Бент Ларсон, что изолированную пешку надо не блокировать, а съедать. Вот, сейчас пойдет конь f2, конь d3, или конь f2, конь g4, и все, и пешка потерялась. Слон d7. Так, конь c3 пошел. Ну, на d5 лезет, в принципе, есть такая идея. Ливон не нашел ничего лучшего, кроме как ослабить позицию ходом слон c6, потому что, видимо, на... В смысле, на слон c6, видимо, b4 где-то неприятно. Потом b5, конь d5, ладья бьет e5. На мой взгляд. Вот, поэтому c6 пошел, и конь e4. Возникает слабость на d6. И пешка e5 тоже. То есть позиция, видимо, стратегически безнадежная просто. Ну, грозит еще конь d6, ладья бьет e5. Ну, условный вариант, там, черные пропустили ход, конь d6. Ладья e6, ладья бьет e5, ладья бьет e5, ладья бьет e5. Ладья бьет e5, и здесь важно, не ферзь бьет e5, как, ну там, ферзь бьет e5 шах, а сперва конь f7, и потом забрал на e5. Вот. Я помню, ты помнишь такую комбинацию провел Хисматуллин, в конце оказался шах, и, кажется, Чеботарев стал чемпионом России. В 2004 году в Самаре. Ты помнишь такой момент? Ты играл там? Вова. Да. Ты меня не слышишь? Я тебя слышу. Играл, да. Ну смотри, как полностью захватили белые все. Да, ладья e6, ладья d1. На ровном месте, да. Значит, белые перекидываются на линию c, слон c8, b4, ферзь a8. Удивительно, конечно, пришлось отступить всеми. Конь залез, вот эта позиция, она уже, конечно, стратегически безнадежная просто, объективно. Вот, перекинул ладья на d3, то есть сейчас грозит конь c8, ладья d8. Вот, ферзь на c2 посматривает куда-то. Так, ферзь f2. Вот он нащупал слабость на b6, которую уже нечем защищать. Вот, попытка на связке что-то сделать. e4, fe, ладья бьет e4. Вот, ферзь перебрасывается на g3, чтобы прикрыть короля. Да, так, и ферзь g3. Ну, здесь уже как бы по-хорошему можно было остановить часы. c5, белый полностью доминирует на доске. Вот, ферзь c7, конь f5, перешли в эндшпиль. Вот, еще на h6 висит пешка. В общем, все теряет Ливон. Остается без двух. Пытается что-то сделать, но тщетно. Вот, теряет еще одну. И просто идет ферзь. И важный прием. Ладья позади проходной. Все, пешка проходит. Ладья b2. Последняя надежда. Но техничный ход h4. Все, на ладья g2, король h3. Ферзь проходит, сдался. Титаническая работа. Что скажешь, Вов? Да. Великолепная совершенно партия. Я считаю, что... Такие нюансы выжить, такой максимум из того, что было, это колоссально. Стоит очень дорогого. Алло. Да, да. Продолжай, что? Да, ну я в принципе сказал свою мысль. Я тебя там сбросил кое-что там, потом, ага. Потом ознакомишься. Да, 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 я понял. Такое ощущение возникает. Так. Значит... Что дальше? Так, ну пошли дальше, значит, дальше давай включим. Так, секундочку, я не вижу просто доску. Досочку давай включим. Угу. Так, ну что, давай, значит, включим непомнящего с рапортом. Угу. Сегодня творились чудеса настоящие. Помню, я сегодня хотел, похоже, сдаться в какой-то момент, но рапорт чудом совершенно не выигрывал, и доигрались до ничьей. Феноменальные, конечно, события сегодня были. Яна явно лихорадит, то есть он не может как-то сосредоточиться, что-то его отвлекает явно от правильной игры. Ну и в этой партии была аналогичная ситуация. Давайте смотреть. Угу. Так, поехали. Значит, было... А, ну снова этот же, в принципе, дебют. Спокойная итальянка. Кстати, по-моему, если не ошибаюсь, слон e7, по-моему, считается как раз венгерская защита. Ну, в принципе, как она вот, была... Может, после d3 уже, наверное, уже не венгерская, но вообще, как бы, слон e7 часто, ну, в принципе, играет. Венгерская, да. Но, в принципе, да. Это спокойная, да. Итальянка, можно и так, наверное, называть. Да. Вот,
Белые вышли через конь c3, правда, и никаких d5 Рапопорт проводить не стал. Рапорт. Значит, просто сыграл d6, уже угрожает конь a5, отъедая важного слона. И, как мы знаем, здесь уже все это встречалось, a3, слон e6. Вот, конь d5, все это уже было в одной из партий. И там, кажется, били в итоге слон d5, ed, конь d4. Это партия Андрейкин играл белыми, вроде бы. Вот, пытался выиграть, уже, честно говоря, я забыл, у кого. Да, позавчерашняя, по-моему, партия была. Может быть, у Рапорта как раз, нет? Вполне возможно, да, вот. Да, с ним была партия. Значит, правильно. В этот раз Рапорт сыграл по-другому, пошел опять. Такой ход достаточно интересный, идея его пока не очевидна. Может быть, А4 хочет пространство захватить, то есть особо других идей я, например, не наблюдаю. И дает возможность выпрыгнуть конем вперед, то есть конь g5 сыграл Ян Непомнящий. Значит, подвисает на e6 при случае, хотя не так понятно. Ну, грозит конь f6, слон f6, конь бьет e6. То есть вот так вот хотят выиграть белые, ну или конь e6. Ну там, в общем, взял на d5 в такой редакции, ed, отступил конь b8. Теперь ход опять, в принципе, оправдан, потому что конь на c5, когда встанет, b4 будет не так просто. Вот, при случае угрожают какие-то тактические удары, типа конь бьет d5. Кстати, интересно, сразу же конь d5 почему не пошел в этой позиции? Ферзь h5, конь f6 могу вернуться, слон бьет f7. Ну, в общем, какая-то такая игра, острая там, или конь f7. Вот, поэтому конь b8, скорее всего, последовало. f4, Ян пошел вперед, вскрывает линию f, да? Да. Вот, значит, конь d7 прикрыл все поля как раз вовремя. Слон a2 профилактика от конь b6, от того, что после fe конь бьет e5 было без темпа, то есть вроде бы тоже такой ход логичный. a4 зафиксировал фланг, вот в чем состояла его идея. Король ушел на h1, и здесь ход достаточно такой конкретный, вот, неочевидный. Честно говоря, на первый взгляд кажется, может быть, позиционной ошибкой. Черные сыграли c6. Вроде бы они открывают диагональ слону, который упирался в пешку. Вот, вроде как там пункт f7 начинает трещать, на него смотрит ладья, конь, слон. Да, такой ход неочевидный. Да. Вот, смелый ход. Возможно, слабый, а возможно, просто глубоко посчитал все, понял позицию. Что надо именно подрывать. После взятия-взятия вроде бы белые все фигуры смотрят. Но ничего конкретного Ян не нашел. Он взял fe, конь бьет e5, сыграл d4. Выглядит очень логично. Конь отступил на g6. c3 сыграл Ян. d5 вырубили слона. И в принципе на ферзевом фланге мне структура черных нравится больше, потому что одна держит фактически весь фланг. Вот, и слон белых прикован к полю c1, потому что там ладья b8 поставит, и не просто будет отсталость эту защищать. Но у белых два слона, какая-то инициатива на королевском фланге. Слон b1, ага, сразу же нацеливает. Слон d6 тоже нацеливает. Слон f5 перекинул Ян, ну, выглядит, по крайней мере, логично. Ладья e8. Ферзь выскочил. С одной стороны, конь h4 где-то можно так зевнуть. Вот ферзь f3, интересный ход. Прям под конь h4. В итоге в партии последовало h6, конь ушел, да, и конь h4. Просто Ян отдал этого слона. То ли он посчитал, что он ему не нужен. Хотя как не нужен, там конь на e4 встанет, и что делать в будущем? Что-то да. Очень странная партия от Яна. Вот. Может быть, он считал, что здесь не пойдет соперник h6, там из-за каких-то ударов тактических там. Вот, не знаю, что он зевнул, может быть, он сам где-то об этом сообщит. Вот, но эта позиция вот мне уже больше нравится за черных, потому что стратегически белые проиграли эту партию. У них конь на h3 на отшибе, все пешки стоят на черных полях, то есть цвета своего слона, это ужасно. Там пешка a4 держит весь фланг, игра по линии b, конь лезет на e4, на c4, ладья уже заняла открытую линию, хочет влезть на этот самый, в обжорный ряд. Плюс преимущество на королевском фланге 3 на 2 ощущается. Можно постепенно подготовить g5 и f5. А белые свою структуру на ферзевом фланге не растолкают никогда. Вот из этого всего можно сделать, что позиция как минимум минус плюс в столбик оценивается. То есть у черных большой позиционный перевес. Вот как-то так я бы оценил данное положение.
Ну, собственно, я его и оценил, пусть критики меня скажут. Да он не понимает, тут все в порядке у белых. Значит, слон f4 пытается разменять своего тупого слона. И важный, на мой взгляд, сильный ход делает Рапопорт, слон f8, сохраняет его. Вот, и, ну и чтобы конь там с h3 не вошел в игру, потому что если бы он вошел в игру через f4, он бы потом встал бы на d3. Вот, и как-то зацементировал бы позицию, оттуда, глядишь, и на b4 полез бы. Важный, кстати, момент, на мой взгляд, что, наверное, на коне f4, мне так кажется, я отказался от этого хода, возможно, из-за слон бьет f4. Так сказать, размен, оставляя хорошего коня против тупого слона. Вот, в общем, так. Ладья e1 прикрыл линию. Ладья e4, ага, укрепляется на форпосте. Теперь брать ее рискованно и не брать ее, непонятно как, потому что черные готовы к наступлению. Ладья бьет e4, d-e. Конь f2 напал, ну что, f5? Нет, пока ладья e8. Ладья e1 напал и g5, слон ушел. Идея Яна была такая, на f5, g4 подрыв успеть сделать. Рапорт сыграл конь f6. В принципе, такое ощущение, что Ян укрепился, здесь может быть g4 пойти? Или это да, там слон d6, слон f4 перевод, что ли, неприятный? Ян сыграл g3 в этой позиции. Вова. Да. Алло. Да. У меня просто пропадает что-то звук, не могу понять почему. Отголоски потом идут, алло. Да, я понял. Ну как-то надо... Ага, зависает просто, да. Что-то там посмотри с этим, потому что... Так, ну что, давай двигаться дальше. Ну то есть вот позиция была абсолютно у черных. Подавляющая, да? Да, последовало g3, как король подтягивается, c4, король подтягивается, слон вышел. Слон вышел, h5, ну, все логично, в принципе, h3. И наверное, я, ну, немножко консолидировался, уже готовится перевод слона через b4 на d6 на e5. Рапорт не нашел ничего лучшего, кроме как сыграть конь d7, отдавая пешку e4, но забирая d4. И здесь уже, возможно, шансы на спасение огромные. Слон ушел, g4, f5, конь d2. Вот, какую-то крепость пытается отстроить, видимо. Слон e3, b4. Конь b6, b5. Ян создает какую-то проходную. Выиграть пешку не удается, потому что на слон d2 следует слон d2, cb. Ой, в смысле, конь bc4, bc, и нельзя конь d2, и за c7 проскочил ферзь. Такой важный вариант. Значит, cb. Угу. Конь d5 напал на слона, слон... Не стал убегать. Ну, сыграли GH, король H5, слон ушел, и слон D2 предложились ничью и согласились. Ну, в принципе, угол не того цвета, то есть достаточно сыграть G4 и отправить короля там в угол, а коня отдать за пешку B. То есть это, ну, в самом крайнем случае то, что можно сделать. Вот такая вот интересная партия получилась. Имел Рапопорт большой позиционный перевес, где-то подупустил. Где так сходу не видно, но вот как-то так. Что дальше смотрим? Алло. Да. Что смотрим дальше? Алло. Алло. Да пропадаешь, ну. Опять. Алло. Так, сейчас, может, у меня с интернетом сейчас что-то, секундочку. Посмотри. Проверю, потому что сигнал, похоже, пропадает. Так, ага. Ну, дальше давай посмотрим UVE, как он Ван Вейле обыграл. Сегодня тоже очень быстрая партия. Ван Вейле сегодня целый день, целую партию сидел в цветночек. Нет, партия очень длинная, на самом деле, 53 хода. Как сказать, там форсаж практически. Все практически большой форсаж. Очередную победу китайский вундеркинд. Очередную победу китайский вундеркинд добивается. И вплотную приблизился к СО. Отстает на пол очка всего лишь. Так, понял. Ну что, тогда смотрим. Значит, да. Сицилианская защита, система Найдерфа. Вот, со слон g5 в этот раз, конь bd7, слон c4, атака Созина, кажется, это называется. И Ван Вейле отреагировал интересно. Вот, но по-моему, немножко рискованно. Он сыграл ферзь b6. Атака Созина немножко по-другому, правда. Ну, в принципе, это одно и то же практически. Есть тут модификация атаки Созина, в общем. В свое время, да. Спасского в матче, по-моему, был этот вариант. Встречался как раз-таки.
Да, неприятные позиции, на самом деле, слон c4 именно хороший ход на a6, именно на конь bd7. Значит, рокировку сделал UVE, и ферзь c5, такой типа двойной удар, напал на 2. То есть висит слон g5, висит слон c4, понятно, что можно забрать на f6, но этого не хочется делать. Находится ход слон d5, и начинаются, видимо, теоретические дуэли. e6 напали на слона. Ладья e1. Смело китайский спортсмен оставляет фигуру под боем. Ничего, да, но в принципе это стандартная жертва. На ЕД следует ЕД, там слоном не закроешься, там конь f5. Придется либо конь e5 ходить, что чревато, либо король d8, что без рокировки. Ну вообще, интересно, значит... Не, ну, слон d5 типовой прием в таких позициях. В общем-то, что можно сказать, какая-то фигура часто... На не, ну, наверное, если бы слон стоял на b3, белый вряд ли пошли бы слон d5. Ну, нет, такой тоже встречается. Вот, к примеру, в атаке Созина... Не, ну не в этой позиции, я имею в виду. Значит, слон e3. Ферзь себя чувствует неуютно, он убежал, и следует стандартная жертва. Слон бьет e6, fe, конь e6. Да, и вот здесь после хода конь e6 люк заснул где-то на час. Да, дело в том, что грозит страшный ход b4. Вот. И на ферзь бьет b4, там как-то конь c7. Да и конь g7 тоже, в принципе, погрожает. Ну, конь g7 грозит, конь d5 просто в тупую, да, то есть можно поставить. Как говорят. Вот, конь c5 в итоге выскочил. В анвиле последовал b4. Боролся хорошо. Ферзь b4, шах, ушел, напал на ферзя и как бы вилку сделал. Взяли-взяли, то есть фигура сохраняется лишняя, но король на d8 чувствует себя крайне неуютно. Ферзь a3. Так, ну, e5, первое, что бросается в глаза, это ход e5, но нет. Китаец играет конь b6, конь c4. Ну, тоже, в принципе, второе, что мне, по крайней мере, бросалось здорово в глаза. Китаец все-таки, да? Вот, ну, да, неплохо. Ферзь ушел, и конь бьет d6. Вот. Уже много пешек за фигуру, атака. Люк находит какой-то гениальный ресурс, конь d3. Забрали. И неожиданно просто и со вкусом ладья на b8, так называемые ВФО, то есть висячие фигуры где-то опадают, и находится комбинация взял-взял, связал, вроде бы защитился, но ладья бьет d6. Вот, просто и со вкусом. Ну, в принципе, вот здесь можно было где-то раз, два, три, без двух, ну, то есть пытается за счет ничейных тенденций разноцвета отскочить. Плюс какие-то слабости, кстати, какие-то надежды на спасение, мне кажется, были в этой позиции, да? Ну, объективно тяжелейшая позиция. Нет, ну понятно. Ты еще скажи, что у белых лучше позиции. Давай так оценивать. Нет, феноменально то, что все просчитано просто от начала до конца. Значит, шансы на спасение имеются. Вот. Находится c3. На ладья бьет c3, слон d4, слон бьет g7. Да, круто. b5 пошел. То есть все еще и срастается. Мало того, да, что фантастика. Он сильно играет... Так у него еще все сходится. Да, везет как первому призеру в таких случаях. Да, так, опять. Вызвал ослабление, тем самым зацементировав структуру, чтобы она ничего больше не делала. Но тот пытается как-то не дать слон. И как учил нас Грищук на прошлом... как учил нас Грищук на занятиях со Шведчиковым, да, ты рассказывал вчера историю. Да. Надо да, централизовывать да. Короля в эндшпиле, и поэтому король f2. Вперед, значит. Король при случае... Шведчиков говорил по-другому, да. Я понял, значит. Значит, король готов метнуться при случае вплоть до поля h6 даже. То есть можно короля отправить там под да? Король e3, король f4, король g5, король h6. Так... А-ля Гранделиус. Ну, я бы сказал, а-ля Рубинштейн для меня ну, все-таки да, Рубинштейн больше. Или там. Шорт была партия известнейшая с Юсуповым. Вот, значит. Так. Сейчас мне тут немножко экран погас. Сейчас 2 секунды, все, отгас. Значит, G5 сыграли. Ну, заранее не дает этот план. Король тогда идет на ферзевый фланг. Подкрепляет здесь все. Последняя попытка выменять как можно больше. Вот, ну, 2 лишних. Несмотря на то, что разноцвет удалось выиграть. Сперва создаются 2 связанные. Стоп. Так, а почему HG не пошел? F5 шах находится, да? Вот кажется, если HG, HG, GF, GF, то это ничья там. Слон встает на D7, вроде бы цепляемся. Там, по крайней мере, большие шансы на спасение. Да, называется это привязывание. Да, вот. Об этом можно почитать, если кому интересны такие эндшпиля. В блестящих трудах Марка Израилевича Дворецкого. Там, в принципе, разбираются Любимая тема его, пожалуй. Типовые ситуации, да.
Но важно то, что на АЖ находится F5, сохраняя побольше материала это. То есть там слона мы не сможем пожертвовать за две пешки, то есть потому что будет более дополнительный материал. Тогда выясняется, что принц партии просто выиграл. Да, то есть после взятия-взятия основная стойка, вот просто представьте себе, что нет пешек H за черных. Они, например, ставят типа слон D7, король F7. И просто стоят этим слоном по диагонали. И белые, как только белые играют F5, E5, E6, мы просто бьем на E6 и все. А здесь эта стойка не получается, потому что есть пешки H. Вы отдадите слона, я заберу пешку H. И из-за того, что угол того цвета, партия проиграется. То есть даже здесь все сходится. Вот, ну, молодец, что можно сказать. Да. Привет, XDL GM. Привет, как-то привет. Так. Значит, H3 сыграли черные. Ну, это ну все, давай дальше, да, да, здесь, в принципе. Это все дело четко. Техники уже. Да. Тут идет. Единственное, что не надо делать, это не ходить Е5. Вот если пойти Е4, Е5, пешки поставить по черным полям, то после король Е6, слон Ф5 на доске будет ничья. Вот, то есть крепость. Вот этого не стоит делать. Да, блокада полная. Да, поэтому пешки нужно аккуратно двигать, чтобы к ним не прицепились. И это, в принципе, удается. Видите, он двигает пешки так, чтобы слон соперника не смог их заблокировать. И вот в этой позиции люк сдался. Так, что следующим смотрим? Так, ну следующий, давай. Значит, мы посмотрели, это посмотрели. Давай Диму Андрейкина включим. Тоже интересная партия была. Так, в Дима Андрейкин сыграл в ничью с Хари Кришной. Первым ходом пошел C2, C3. Да, да, сегодня Магнус прибежал. Ронян подошел, все начали улыбаться, даже я улыбнулся. Такое не придумаешь, да, C3, пожалуй, один из немногих полезных ходов в позиции, которые не портят ситуацию. Да, значит, C3, ну, на самом деле, сразу же получился переход, потому что после E5, D4 взял D5 на доске. Кстати, для любителей острых шахматных ощущений, я могу рассказать одну историю в свое время, когда были баталии, значит, между разными шахматистами, вот были даже разные споры, там, образно говоря, один говорит, я тебя обыграю, там, в английской атаке, я говорю, да, давай английскую атаку разыграй, я тебя сам обыграю, ну, там, задача такая была, что получить эту английскую атаку, ну, в сицилианской защите, как мы понимаем, и вот этих вот ребят, я не буду сейчас подробно фамилии называть, но их свела судьба таким образом, что играл один белыми. Тот, кто хотел в английской атаке именно со стороны черных играть. Но я не договорюсь, что будет c3, e5, c4. То есть сицилианка перевернутая. Mm-hmm. И будет английская атака. Ну вот белые выиграли. То есть белые выиграли в английской атаке. То есть перевернутая Сицилия. Забавно. То есть да, c3, e5, c4. Партия в базе, кстати, есть. Да, вы, наверное, сможете легко наружу даже, да. Понять, кто это были, да, то есть. Вот, c3, в принципе, не портит обстановку. Можно здесь пойти d3, на d5 пойти d4, это каракан, к примеру, получится. Ну ладно, давай, значит, не. В общем, все на самом деле перешло банально в карлсбадскую структуру ферзевого гамбита. То есть получилась вот эта классическая позиция. Вот слон f4, слон d6 было сыграно. Так, например, Карпов играл черными. И с Каспаровым в том числе. То есть позиция достаточно известная. Вот. Слон g3 отступил. Обычно вроде проблем бы били. Таких нет. У черных. Вот, да. Но черные в порядке развились. Конь e7, грамотный ход. Они успевают слона на f5. Нет, коня на f5 прокинул. Ага. Размен. Да, и конь встал великолепно. Вообще, можете для себя запомнить, что в карлсбадской структуре вот в такой конь на d6 стоит идеально за черных. Вот, особенно при размене белопольных слонов, который последовал в партии. Почему это происходит? Дело в том, что главный план игры за белых — это атака пешечного меньшинства, то есть b4, a4, b5. Вот, а так как нету белопольных слонов, то конь с d6 радостно после b4 залазит на c4, там можно сыграть b5, поставить коня на c4, и черные вот, могут стоять лучше просто. Вообще конь, да. Просто универсальное поле. То есть, значит, поэтому там держит, центр держит, все держит. Поэтому да. Дмитрий Андрейкин не идет на все эти карлсбадские маневры, а знаменитая пытается... партия, кстати, извини, что перебил, знаменитая партия, которую люди хотят изучить. Да. Это партия Портиш-Каспаров. Все верно. И еще вторая партия Бобоцов-Петросян.
Да. Вот. И еще мне одна партия понравилась, Беликов-Рязанцев. Вот, тоже знаменитая партия достаточно. Вот. Да. Но на самом деле они их можно... практически один и тот же. Да, вот, их можно продолжать. Я, например, своей воспитаннице показывал эти партии неоднократно, именно когда мы подобные позиции за черных изучали, да и за белых как. Это надо знать, да, это вот. Классика. Это вот три классических партии, на мой взгляд. Ну, в смысле, там, конечно, еще были, но вот именно Портишев, Каспаров и Боб, даже в большей степени, потому что она раньше была сыграна, Боб Уцов, Петросян, вот, это вот партии, на которых можно учить подобные структуры. Значит, естественно, Андрейкин обо всем об этом знает, и он пытается изменить структуру, играет ферзь g4, напал на коня, и там пешка g7 да. зависает, то есть, вот, и на g6... Е4 успел прокинуть, то есть на конь бьет d4, как я понимаю, следует 3-0 с очень опасной атакой. Вот, поэтому соперник его сыграл ДЕ, ферзь бьет Е4 шах и король F8, нет? Нет, конь Е7 закрылся. Ну, Кай Кришна, он просто классический шахматист, он не придумывает. Нет, я тоже классический, просто король F8 в подобных позициях это стандартный ход, там искусственная да, рокировка, да, принципе, потом часто. Король G7, да. Ну, конь E7, если E7, можно конечно. Закрыться, то почему нет, скажем так. H4. Сразу же готовится Дмитрий Андрейкин к атаке. То есть на H4 играет 2-0. И H5 задвигает. В общем, рискованно играет я Дмитрий. С Димой с утра разговаривал за завтраком. Тоже, так говорит, не удается никак выиграть одну партию. Хотя вот одну подряд, вчера, да? Позавчера были колоссальные шансы. Ну, в принципе, было выиграно просто и там. Но просто не получается выиграть партию. В этом и проблема. Достаточно выиграть одну партию, и уже, в принципе, борьба сразу же обостряется. Но, как мы видим, на высоком уровне это сделать крайне непросто. То есть необходимо, чтобы кто-то ошибался, и создавать такие позиции, где люди могут ошибиться. Пойдем дальше, ладно. Угу. Так, значит, очень рискованно играет Андрейкин. Да. У него король... У него король с ферзем стоят на одной линии, то есть стоит ладья сейчас встать на e8, и может начаться беда. Вот, например, играется конь d5. Это такая мини-ловушка в детских шахматах легко бы прошла, то есть если конь бьет d5, то неожиданно ладья e8. После коня f6 шах, неожиданно обратно. Да. Точно. А тут... Можно так зевнуть, кстати. Да, можно. Я зевнул, например, только что на ваших глазах, да. Значит, ну, в общем, угрожает страшный ход в этой позиции ладья на e8. Вот, поэтому Андрейкин играет конь e2. Вот теперь на конь bc3 он бы взял именно bc, потому что конь c3, ладья e8 без ферзя. Ладья e8 напали, ферзь отступил. Ферзь f6 сыграл Хари Кришна. Ну, просто и со вкусом, так, в общем. Hg. HG опасно, там ферзь h3 как-то, ну, там, конечно, сразу же мата нет, но опасно. Поэтому он взял FG, чтобы по седьмому ряду прикрыть слабости. Ферзь h3, ферзь f7. Надежно очень сыграл там. Вот, 3-0 ушел Дмитрий. Конь d7. Конь бьет d5, cd. Вот, чей король хуже, кстати, не так понятно сразу же. Конь c3 прицепился к пешке, даже напал при случае, там, конь d5, ферзь d5, ферзь бьет h7 с атакой. Поэтому конь b6 прикрыл. Сейчас я извиняюсь. Отключил микрофон, хотел чихнуть, но не получилось. В общем, возможно, все впереди, значит. Ладья d3. Перебрасывает ладью по третьему ряду. Ладья e7, ладья f3 напал на ферзя. Ферзь ушел на g7. Все грамотно. Ладья очень e3. Очень надежно. Да, вторая ладья подтянулась. Но, по-моему, у Андрейкина какой-то есть перевес. Он пытается его, значит, укрепить. Ферзь h4, ладья бьет e3, fe, значит, снова меняется структура. В 10-й раз уже ферзь ушел, e4 прорыв, то есть... Очередной раз, да. Взяли, да, в который раз он пошел в этой партии e4, взяли. Теперь надежда Андрейкина, возможно, на пешку d, но блокада успевает встать. Ферзь c4, да, я так здесь понимаю... здесь очень сложно. А, ферзь c4, на ферзь c4 вроде есть ход просто... Ладья c8, да, есть такой ход просто... Очень мало фигур на доске, и прогрессировать их крайне сложно. Да, вот уже угрожает ферзь c4. Такая неприятная связка может создать проблемы, поэтому ферзь e6 заранее защищаясь. А3, форточка, ушел. Забрали. Ферзь централизовался. Вот. Централизовался и забрал на g2. То есть Дмитрий идет на жертву, то есть пытается проиграть или выиграть любой ценой. Вот, на самом деле уже позиция становится
очень сложный, потому что пешка d идет. Вот, король черных так себе. На b7 везде подвисает, да, но, в общем, черные решили, что называется, от греха подальше форсировать ничью и... Вот, начали повторять позицию. Меня только один вопрос интересует, а что значит будет на... А, на b5 находится ферзь d4 шах. Все, вопросы сняты. Если бы король черных стоял на g8, то после b5... Да, до победы. А, ну тоже там ферзь d4. Пешка да. Так, не прыгает, так следующая партия какая у нас? Так, ну следующая осталась Wesley So. Давай посмотрим теперь. Так, Wesley So сыграл в ничью с Ильяновым. Ну, эту партию давай быстренько пробежимся. Так, там особо снова итальянская партия, снова давай, это да, вся. Давай, да, в принципе, здесь можем пробежаться быстро. Да, объективно. Ну все, вот это уже встречалось. Один защищается у слона, второй его отводит. Вот, начинается наступление. Конь через А3 выходит, мы это тоже все уже видели. Вот. То есть пока абсолютный стандарт, это все, если... Ну, размены, да. Шахматы да, это размены. Если конкретно все это у них не стояло дома на доске, то, по крайней мере, подобные позиции они играли неоднократно. d4, вилка грозит. Как пел Высоцкий, вижу, он нацеливает вилку. Вот, d5 такая, на две фигуры. Конь просто отступил на e7. Конь d2, потому что пешка на e4 подвисает в вариантах. Вот, какую книгу предложите по теме середины игры и посторонние планы? Ой, ну, для начала неплохо бы узнать уровень игры. Примерный. Значит, конь d2. 2-0. Ферзь e2. Ладья а на а8. Ну, такая... Блин. Сейчас. Построение, наверное. Да. Посторонние планы данных. Это ошибка. Ну... Сейчас, значит. Ну, была такая книга, не знаю, да, зависит от уровня, конечно. Ну, Романовского книга да, знаменитая, да. То есть. Ну, зависит от уровня игры, для начала. Какой разряд, сколько лет, ну, примерно там. Там 10, 20, 30, 40. Может, ну, и... уровень, да, в первую очередь. Конечно. Да, главное уровень игры. Итак, значит, вот этот стандартный ход у ладья на А7 стоит ужасно, и она там может подвиснуть где-то. Поэтому, как бы, это стандартное соединение ладьи между собой... Вот, g3. Ну, где-то хочет, может быть, f4. Ладья f на e8. Где-то, видимо, защищается. Опять зафиксировав ланг. Черный тоже там где-то d5 готовит. Если так зазеваешься, d5. Первый разряд. Ну, вот книгу Романовского можно порекомендовать. Вот, точное название я, честно говоря, не помню. Так и называется план. Так он и называется, по-моему. В Миттельшпиле, может быть, да, что-то? Да, да. В общем, вбиваем Петр Романовский. Вот, должна найтись, очень хорошая книга. Да, книжечка книга. Старая, но актуальна до сих пор, в принципе, некоторые я видел даже по... По ней готовятся к партии, не, скажи. Не то, что готовятся, я недавно видел, что тут видео снимают, зачитывают из книжки все. А, ну это грамотно, это грамотно. Да, да, очень интересно, конечно. Типа уроки вести, можно да, сказать. Да, 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 да. Это я видел своими глазами. И, в принципе, не обязательно сообщать, что это книга Романовского, да? То есть, да, конечно. Можно сказать, что это книга, например, моя... Просто, ну, собственная методика. Да, собственная методика игры. Так что, не, ну, так оно и было. Потом покажу тебе, Миша, отдельно. Есть отдельные люди, которые... Считаю, что это нормально. Ну ладно, пойдем дальше, значит. Ну, кроме Романовского, что еще можно порекомендовать? Ну, в принципе, наверное, изучать классику просто-напросто. Трехтомник Боотвинника. Берем радостно аналитические и критические работы, расставляем шахматами и смотрим. Самое главное, читаем комментарии патриарха. Вот, обогащаем свое позиционное понимание. Вот, ну, книгу да. Немцовича можно, моя система, в принципе, я думаю... Она вроде никому особо не вредила, да. То есть хуже не будет, а позиционное понимание, она, в принципе, рассчитана и на первый разряд, я думаю, все-таки. Да? То есть можно почерпнуть много нового. Вот, а дальше уже, когда будет КМС, пиши, мы посоветуем, что дальше делать. Вот. Значит, опять... Зафиксировали фланг ладья А на С8, сыграл Паша. То есть где-то он готовит так, ну давай, D5. Да, пока просто идет маневрирование. Белые типа, решили закрыть центр да. Ходом D5. Ферзь отскочил на D7. Вот, то есть у белых появляется идея где-то C4, B4, C5. Но, видимо, там встретит ходом C6, к сожалению.
Значит, конь Е3, конь H7, стандартный тоже перевод. С одной стороны готовит F5, с другой стороны конь через G5 готов по полям скакать. Вот, ладья А3 такое подключение, через B3 хочет к пешке B7 прицепиться. Ладья F8, ну, Павел четко говорит, дает понять, что он собирается следующим ходом метнуть F5. Ладья B3, ну, пока нельзя, там все-таки пешки надо уважать, защитил. Вот, и уже метнул F5. Вторая ладья там собирается. Да, там вторая ладья через А4 собирается подключиться, да, но ей говорят, что пока нет. Ну, кажется, да, 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 его, и, вот, там, по, и вот великолепный ресурс, по-моему, нашел Павел Ульянов, H5. Я, да, правда... H5 классный ход, да. Да, да, и то есть позиционная жертва пешки, играет он на перехват. То есть играет... Ладья на B3 стоит неудачно, объективно, все-таки. Да. Это все ладьи в то время ушли от королевского фланга, и он отвлекает, пытается получить вот именно за счет активной игры, то есть, ну, совершенно очевидная компенсация. Вот. Черные, скорее всего, перехватывают, имеется в виду, инициативу игровую. Вот. То есть сейчас они уже вне зоны опасности совершенно точно, что фигуры все белых ушли на ферзевый фланг. Олег. Да. Значит, H5, ну, принятие, ну, видимо, жертву должен, да. Надо, иначе H4, H3 задвинут, или там пешка на D5 где-то может себя неуютно чувствовать после конь F6. Поэтому он взял. Я тут, честно говоря, сперва подумал, что может быть конь F6, конь бьет D5 идея. Но на конь F6 ферзь F3, что ли, находится? Да. Павел сыграл ладья F5, и на отход ферзя конь G5. Значит, достаточно такая агрессивная линия. Вот, хочет сейчас накинуть вторую ладью на F8, где-то ткнуть E4, там, на F3, на D5 подвисает. У белых две ладьи находятся как бы вне игры пока что. Вот он возвращает ее в игру ходом ладья B4, но находится тычок E4, снова ее вырезая. Дело в том, что ее ничем брать нельзя, там конь F3 вилка. Значит, король встал... Ну, D5 еще напали. Да, король встал на G2. Угу. Вот, такое чувство, что у Ильянова есть реальные шансы на победу. Вот. Перехватом попахивает, ферзь, да. F7, грозит ладья F2, что делать? Конь бьет E4, ага, ферзь бьет D5, весь под связками. Да, фантастика. Ладья D4. Каким-то образом... Конь F3, кажется, держит, что это конец, но находится конь F6. А почему не ферзь C6 тут все-таки вот? Ну, интересно, да. Может быть, он не заметил ход конь F6, хотя я не верю это. Нас спрашивают 28-й ход E4 за... Забил. Ну, могли, да, да, могли пойти E4, но тогда последовал, видимо, конь F3 шах, конь F3, ладья бьет F3. И белый ферзь в ауте, черный хотел сдвоиться по линии F, и вот как раз-таки положение фигур очень опасное становится. То есть ход белый E4, конечно, могли сделать, но привело бы это, видимо, к опасным последствиям. Ну, могу отметить, что хороший вопрос. Действительно, E4... Да. Мы как комментаторы обязаны были обсудить. То есть, наша недоработка. Будем над собой работать, Вов. Значит, E4, король G2, ферзь F7, грозят всякие вторжения. Это своевременный вопрос, действительно, я конь просто отвлекся. Конь бьет E4, ферзь бьет D5, ладья D4, конь F3, да, и находится ресурс конь F6. Может быть, Павел не видел хода конь F6, я не знаю. Сомневаюсь, конечно, но мало ли, всякое бывает. Вообще сложно понять, бывает. Что, в чем же идея. Ну, идея на ферзь C6, у ладья C4, что ли, находится ход? Ну, не знаю, там надо смотреть, да. Ну, видимо, так, да. Чудеса какие-то. Ладья вот. C4, я правда, ход ладья C5, а, нет, ладья C5 хода нет. Я зоркий тактик, что ты хотел? Значит, на ферзь C6, кажется, ладья C4, на ферзь D5 обратно. Правда, с другой стороны, что ты хочешь? Там ты же мат даже не грозишь. Ферзь бьет C4. Нет, я-то хочу конь F6 и ферзь бьет C4 шах. А, ты конь F6 хочешь. Я думал, ты что думал, G5. Я хотел? Конь G5, ферзь бьет H4, к сожалению, или ферзь E2. Нет, получилось. Нет, ну ты уже устал просто, у тебя подготовка, партия там и прочее. Вот, это запомнят, называется ВФО. Я тебя еще научу, не переживай. Значит, конь F3 последовало вторжение. Я понял. Конь F6 шах. Да. Вот нашлось. И получился какой-то ладейник, где, мне кажется, все равно. Не, ну, хотя все нет. Все ладейные ничьи. Прикрыл, отступил. На король H3 ладья F3 мат можно было зевнуть, но не захотел. Полетный мат, да, кстати. Да, король ушел, ладья F3, ладья E1, ладья E6. Павел все равно продолжает играть на победу. И вот сказывается положение белой пешки на A5. Если бы там стояла черная пешка, возможно, партию бы не спас бы Весли Со.
Ну вот, находится ресурс, он цепляется к пешке b7. Вот, и предложил ничью, которую Павел принял. Интересно, почему белые не могут поиграть на победу? Не, ну черные могут c5 пойти, просто как короля потащить. Это, не, ну, все, угу. Ну вообще, и игровая позиция, они согласились можно, на можно, ничью. Можно еще было играть, но объективно... Притом непонятно за кого, кстати. Итак, следующий... Мне кажется, что черные вне зоны, ну, вне зоны опасности. Наверное. Значит, в следующей партии Радослав Войташек проиграл неожиданно. Да, Адибан начинает собирать скальпы. Адибан какая-то типа просто звезда, гений. Да. Сегодня тоже очередной. Ничего не предвещало, то, что Адибан сегодня вскроет, как говорится, такого, позицию Войташека. Да, Войташек, да. Ну, посмотрим, давайте. Так. Да, кстати, самое, вы удивитесь, но партия Карлсона все еще продолжается, уже более 100 ходов. Вот, значит, d4. e6 сыграл Адибан вообще без дебюта, то есть там как это самое. Вот учись у него. c4, b6. e6, b6, ходишь первыми ходами и все. Конь c3, слон да, b4. Да, идешь отдыхать тоже, да. Ну, в принципе, вот. Да. Угу. Ферзь ушел, слон b7. В общем, похоже на защиту Немцовича, но конь задержался на g8. И он это использует для того, чтобы потом пешку поставить на f5 и только потом уже двинуть коня на f6. Значит, ну, да, да. a3, это, конечно, ничего не дает на самом деле. Взяли f5, белые здесь могут смело играть f3, конь h3, конь f2. И вот, по-моему, у белых просто большой перевес, потом e3, слон не, ну, d3. Сразу перевес большого нету, это игровые позиции на самом деле. Это все. Вот. Можно играть, конечно, классическим образом, как Владимир Крамник, там конь f3, e3. Я так, в принципе, тоже часто играю. Но вообще F3, конь H3. Вообще, наша с тобой первая партия, которую я тебе проиграл году в... Это уже вторая была. А, уже вторая? Вторая, да. Точно, да. Значит, году в 2003-м ты именно играл в этой позиции со мной, ну, похожий. Да, да. Вот, да, конь F3, E3, слон E2, я пытался мат поставить, там, конь E4, да. Рокировка, ладья F6, ладья G6. Но ты, к сожалению, все знал, а я играл своей головой, то есть... Мы ну, были... Причем, по-моему, ты там не так плохо играл, объективно. Я там пытался, но не срослось. Единственный турнир, который вот обычно я партии всегда приезжал и по памяти восстанавливал, но это, по-моему, единственный турнир был за всю мою жизнь, когда... Не смог вспомнить ни одной партии. Домой, да, я сумел восстановить только там до 10-го хода все партии. Вот. Там 20 туров было, то есть феноменальный турнир за 10 дней. То есть. Ну, 18 все-таки. Ну, 19, 20 человек играло. Да, 20 нет, человек. Нет, играли... А, 20, а, точно, 20, 20 человек, да. 19 туров, 19 за, 2, туров за 10 мы дней. Мы отыграли, да, то есть да. Это было фантастическое, это самое... Вот. Да, да, да. Марафон был. Марафон фантастический, да. Не для слабых духов. С учетом, что. Такой только в России возможно. Что вечерами мы еще гуляли, то есть это было очень непросто. Не, ну там кто без шансов уже находился, тот начинал, да, гулять, так нет, сказать. Мы сразу же гуляли, то есть. Ну, у каждого по-разному складывался турнирная так. Обстановка. Не будем сейчас подробностей. Значит, конь h3, ну. Нехорошо. Гуляли, в смысле, по вечерам, там, на речку, имеется в виду, а ты про что? Про это и говорю. А, ну а что тогда? Пусть слушают ученики и знают, что на турнирах можно ходить на речку. Ну, аккуратно только, естественно. Значит, конь h3, конь f6, f3. Ну, стандартный план, то есть один из стандартных планов. Хотя я вот эту позицию сейчас, когда готовил, значит, я, ну, я, в смысле, не себя готовил, естественно. Вот. Мы смотрели план f3, e3, слон d3, конь e2. Вот. И там хорошие результаты у белых, в принципе. Потом b4, слон b2 можно... В общем, но конь h3 тоже хорошая расстановка. Вот. Конь h5 это с идеей ферзя на h4 куда-то выкинуть. Вот. Ну, это ему удалось, кстати. Конь встал на f2, белые все прикрыли. Вот. d6. Вот. Слон b3. В смысле, сперва, да, конь вышел. Слон b2. В принципе, у белых два слона. Давление по диагонали. Ну, вот. Вообще, в принципе, выбор между b3 и b4. Обычно b4 все-таки играют. Как гроссмейстеры на интернациональном уровне выбирают дебюты? Очень сложный вопрос. Что значит на интернациональном уровне? Международном уровне, видите. Нет, я перевести понял, но гроссмейстеры, они всегда играют на международном уровне, в принципе. Ну, видимо, какие-то есть гроссмейстеры России, может быть, есть в этом суть. Но идея такая, что, ну, как вы выбирают? Ну, во-первых, с учетом противника, в первую очередь. То есть, там же огромное количество партий можно изучить, прежде чем... Когда ты узнаешь жеребьевку, то есть ты выбираешь дебют.
под соперника чаще всего. Сейчас как бы это популярно стало, вот, готовиться именно конкретно под соперника. То есть нужно быть эрудитом в разных, скажем так, дебютных частях, дебютных стадиях в том числе. То есть и просто выбирать в той или иной ситуации тот или иной вариант. Поэтому... Ну, или помощники должны быть очень эрудированными. Да, да, да. Но эрудиция очень важна, то есть необходимо знать как бы несколько ходов даже, которые вот первых, там, как D4, так и E4, так и C4. Да, сейчас тенденция такая, что нужно играть все. То есть, допустим, там смотришь, соперник в таком-то варианте играет сомнительно. Даже не важно, что ты его не играешь, ты там пытаешься, может быть, туда выйти. Там, либо подстраивать свои выборы дебюта под стратегию. Например, смотришь, там соперник не понимает позиции без ферзей. Не понимает позиции, да. Пытаешься выбрать позицию, даже пусть чуть худшую, чтобы сменять ферзей быстро. Например, там. Вот. Или смотришь, что соперник вообще ничего не понимает. Ну, можно привести, например, простой пример. Да. Крамник играет с Каспаровым. Ну, Каспаров великолепный тактик, в атаке очень силен. Крамник понимает, что здесь у него будут проблемы. Что он делает? Он избирает берлинский эндшпиль, который никто в то время не играл, кроме гроссмейстера Алексея Александрова, вот, известного белорусского гроссмейстера. Значит, избирает его, несмотря на то, что он носит там, ну, звание сомнительное на тот момент. Там сразу же меняются ферзи, ему удается погасить вот эту подготовку Каспарова, фантазию. И он отстоял эти партии в ничью черными, там, а потом белыми пытался выиграть, и несколько партий ему выиграть удалось. Вот, пожалуйста, пример того, как гроссмейстер выбрал грамотно дебют. Так. Да, ну, тут, значит, как-то сложно, да, что-то еще добавить. Поэтому... Значит, слон b2, e5 играют черные. Ну, то есть тоже грамотно перекрывают диагональ. d5 вроде бы тоже. Блин, я ж так же с тобой черными играл. Почему я не выиграл, я не могу понять. F4, E4. Похоже было, да, идея. Нет, вот этого не было. Ферзя через G6 там переводил, да, да. Я там успел. А ты успел рокировать к тому времени, кстати. Да, ладья на F2 где-то там. Значит, опять. Ну, пока не выглядит так, что белые должны проиграть эту позицию. Вот, возможно, он здесь где-то начинает... Не, ну, G3 какой-то еще классный ход находится. Ферзь ушел, G4, конь ушел. Ну что, белые... Да, ну, позиция, на самом деле... Тяжелейший у черных, да, то есть план белых — обезопасить короля, провести b4. У него еще такое ощущение, что здесь двойташек начинает придумывать какие-то лишние вопросы себе. То есть, ну, пойтись просто b4 сразу и все, и играешь там просто. Ну, можно пойти король d2 просто. Король можно d2, пойти. Да, отличный ход, там соединил ладья h4, потом b4. Игра простейшая, да. Ферзь слона можно в будущем через d1 на h4 перевести там. Ну, вот, ну, слишком хитро как-то начинается. Сыграл ферзь c2, ход, ладно, по меньшей мере тоже, принципе, возможный, да. Такой, да. Черные понимают, что у них нет контр-игры и пытаются сразу же что-то вскрывать. Ну, тоже, в принципе, разумно, но создают все слабости. Взяли. Ну, вроде разумно. b4, так. Взяли. Вот, конечно, ладье приятнее было бы взять сейчас на 1. Ладья захватила линию, мы отступили слоном. Так, конь f8. Находится идея перевода коня на d4, но... Да, здесь, кстати, Башкаран хорошо сыграл. И, так, видимо, просто ошибка вайташика была, вот, какой-то прохладный ход ферзь c2 действительно сделал. То есть надо было что-то решать с планом. Да, что-то, да, здесь началось какое-то хождение немножко не то. h5 – очень неприятный ход, потому что если пойти h3, там ферзь через h4 начнет на g3 внедряться. Бить же h не хочется, а давать hgfg тоже не хочется. Вот он сыграл ладья d1, видимо, хотел на hg ферзь d6 ударить. Нашелся ладья a2 ресурс. Отличный ресурс, да. Да. И конь d4 теперь грозит. Ушел. И все, и такое чувство, что это уже безнадежная просто позиция. Потому что грозит конь d4, грозит hg. Белые слоны... Что-то происходит, да, невероятно. Да, белые слоны, несмотря на то, что их два, ничего из себя пока не представляют. Вот, попытка прорваться ходом c5... Натыкается на конь d4. Да, фантастика. Все у него сходится. Ну, видимо, ошибка решающая. Ну, не то чтобы решающая, но серьезнейшая позиционная ошибка была, был ход b4 за белых. То есть он не почувствовал опасности, просто раскатал, да, моментально. Я бы отметил, знаешь, что сейчас вот в этой позиции надо было ходить, на мой взгляд, в принципе. Допустим, вот
Либо пойти король d2, либо пойти h4. В чем радость хода h4? То, что на h5 у меня всегда есть ход g5. А мне кажется, можно было и рокировку сделать. Ну, как угодно. Ну, в чем маркировка разных можно сделать. Потому что хоть 3-0. Как вариант сыграть 2-0 и на h5, g5, и снова на конь h7, h4, но там вечный шаг при случае. Ну, короче, не суть. Идея в том, что нужно было зацементировать фланг. Он что дал? Он дал подорвать, раз... Прошел b4-2. Вот, и идея в том, что вот, сразу же, да. Идея в том, что вот здесь последовал ход h5, и мы не можем никак закрыть фланг. А стой бы у нас сейчас пешка на h4 у нас сейчас бы стояла. Да, у черных на h5 g5. Угу. Да. В общем, и здесь на тактике все сходится, потому что на слон c4 шах король ушел, ну или слон e6, я не знаю. И нельзя брать ладью, там конь f3, конь бьет d2, съедается ферзь. Вот. Может быть, ферзя пожертвовать? Нет, не получается. Мы же ладью не заберем. А, за что, да? Непонятно. Вот. Не, ну если бы ферзь d4, там c6, слон c4, слон a2 успеть бы пойти, то нормально. Не получается. Да, значит, он пытается создать защищенную проходную ходом c6. Слон просто отступил, белый находится в жуткой опасности. g5, вот он пытается закрыть фланг, ему это, кстати, удается. Ну, теперь идет в другую сторону. Черный ставит блокаду, и на b5 нечем защищать. Да, ужас. Отвратительно, да. Король g2, слон b3, еще какой-то ход. Ладья ушла, и начинаем объедать. Съели-съели, и напали, все. Пешка еще трещит. Да. Шах-то нашелся, но просто закрылись. Позиционно безнадежная позиция. Все начинает падать. Позиционно безнадежная, да, позиция. Ну, кстати, еще пришлось тут повозиться, на самом деле. Позиция, кстати, обострилась неожиданно. Что-то мне кажется, что здесь черные сыграли неудачно, да? Да, что-то не то было. Кстати, здесь уже, может быть, даже неясная позиция. Все же не так просто, да. Ну ладно, уже не будем вдаваться в подробности. В общем, позиция... Ну, видимо, добавили цвет ноты, какие-то ошибки, то есть совершенно очевидно. Может быть, взять на h5, король h1, ладья g1. Ну, можно было. Можно было попробовать, да. Ну, там как-то ферзь h4, конь g3, шах начинают голову морочить. Король там начинает кидать. То есть там король не скроется так просто. Ферзь e3 еще нашелся неприятный. Видимо, ход, да, там на взятие-взятие, конь f4 шах, а не брать невозможно. Ничего себе. Вот он сыграл слон e5, потому что если конь отходит... На h3. На h3, то... Ну, просто слон уходит и слон там бежит, видимо. Ну, кстати, не так ясно. Может, конь h3 надо было еще пойти? А, ну, в смысле, идея в том, что следующего хода не видно, да? Там, образно говоря, слон d3 я сыграю. Ну, слон e5 я пойду. С другой стороны, тоже, да. Ну, b4 обязан играть. c7. Слон h6. Не, ну это уже борьба, там, конь f4, может быть, даже. Да, то есть я согласен, конечно. Не, ну как можно было конь h3-то не пойти? Что он делает? Может быть, мы чего-то не видим. Вполне возможно, мы тоже устали, там. Вот, я уже на ногах, там, часов... Так, сейчас, подожди, конь h3? 20, но почему не пойти конь h3? Может быть, b4 все-таки, да? Не, все равно, мне кажется, играть так обязан. Ты хотя бы там кинешь пешку, например, c7. На конь c7, конь f4 выскочишь там. Да, ну... Что-то да, заберешь на h5, то есть потом пешку заблокируешь. То есть возня и еще. Второй на b4 же тоже слон e5 есть ход, пока еще. Ну там b3, к сожалению. Да, b3, да. Угу. Нет, зачем? Ты просто кидаешь пешку c7, на конь c7, конь f4. Висит слон. Слон отошел, конь бьет h5. Да, ну, или конь d5, там как-то, ну, во всем случае можно... Да, или конь d5 еще находится. То какие-то есть, варианты. Борьба, вот, не знаю, нет движка, но я уверен, что конь h3 давал еще большие шансы на спасение. Удивительное решение. Да, отдать, конечно, это колоссально. b4. Да, и получилась та же позиция, только без коня... Сейчас бы конь на h3 стоял. Чем он хуже, я не понимаю. Король... Ну, ладно, может быть, мы что-то не видим, но... Да, вот. Да. Да, там еще брать нельзя, потому что на e5 подвисает. То есть еще и пешку не удалось отъесть. Ну, грозит король d7 забрать на c7. В общем, он попытался тут скинуть. Последняя надежда, но... Черные просто играют по полям. То есть, видимо, конь на f7. Конь на f7 перешел, да, и потом король пошел там просто. Просто все сделал. Так, ну что, пропускаем Карлсона или смотрим? Так, ну а что еще осталось у нас? Ну, турнир Б. А, так. Давай ну все посмотрели, да? Давай посмотрим Карлсона, короче. Давай, да, посмотрим. Значит, Карлсон сегодня имел подавляющий перевес. В какой-то момент он на мог... На ровном месте причем, да. Он мог поставить мат, говорят. Я не видел, но говорят так.
В общем, сейчас мы все этот момент увидим. Партия до сих пор продолжается уже. Вот, уже много времени. Решили друг друга замучить, там Карлсон мучит. Гири, да, на победу играет Магнус, да. Это очень важная партия с точки зрения турнирной борьбы, потому что Гири только что выиграл партию. Вот, и сегодня... А Магнус тоже надо побеждать, потому что уже отрывается. И сегодня ему надо не проиграть Гири, а Карлсон пытается изо всех сил выиграть, чтобы догнать Со. Значит, d4, конь f6, и вот Магнус в последнее время применяет часто эту расстановку, так сказать, на долгую борьбу. Вот, конь f3, e3. В общем, эта схема, можете... Дебит-колли называется. Да, ее очень легко играть, вот, даже против очень сильного соперника. Вот, то есть b3, слон b2, потом конь e5, f4, там c4 и понеслась. То есть, ну, плюс, зависит от игры черных. Вот, все расставил, ферзь e2 вывел. То есть вы так можете сыграть даже, ну, с кем угодно, с тем же Карлсоном. И сразу же он у вас партию не выиграет. Почему сейчас вернулись в моду системы d4-c3? Ну, объяснение достаточно простое, потому что, во-первых, надоели заезженные позиции, кто-то не хочет мериться качеством домашнего анализа. Кто-то хочет получить игровую позицию любой ценой, чтобы не попасть на дебютную разработку, где будет сразу же ничья и позиции выхолащиваются. В данной партии Карлсон решил, что он играет сильнее Гири, по его мнению. Возможно, он прав. Вот, он получит игровую позицию, где все фигуры на доске, и завозит его. Плюс еще Гири теоретик известный тоже. Ну, Карлсон тоже не практик. Ну, решил просто его немножко сбить. То есть, был близок к успеху. Вернулась мода этих систем, чтобы выходить на борьбу без компьютерных домашних анализов. Вот. Значит, ферзь e2, слон d6. Прикрыл он от поля e5. Вот, и... Карлсон играет c4. Кстати, если кто помнит, у него подобная позиция была против Корякина, которую он в итоге был благополучно проиграл. В матче на первенстве мира, где он перегнул палку и проиграл. Подобная структура там была. Дебют, по крайней мере, такой был. CD-ED. Вот, насколько я помню про такую структуру, в ней чаще всего план черных — это ладья e8, слон f8, g6, слон g7 перекинуться. Вот, чтобы король был в безопасности. Вот. Но ферзь e7 избрал Гири, наверняка он все знает. Его идея — пойти слон a3, выменить этого слона. Ну, подсушивает игру немножечко, да. Конь e5, слон a3, взяли, и f4. Вот белый начинает неприятное надвижение. Вот если бы стоял сейчас g6, слон g7, все это было бы не особо опасно. Ферзь b2 внедряется внутрь. Конь e3. Так, то есть ферзь, он как бы морочит голову, он отвлекает соперника. dc, bc. Возникают висячие пешки, позиции на самом деле на 3 результата, очень острая. Слон бьет f3, конь бьет f3, выменили ферзей. Вообще мне всегда казалось, что эта позиция нормальная за черных. Что-то изменилось или Гири дальше играл слабо? Ну, как сказать, в принципе, позиция, наверное, изначально оценит чуть поприятнее у белых, потому как черные кони пока не обладают подвижностью, да? Угу. То есть конь на d7 пока главная проблема, то есть не имеет пока перспектив. Ну, вообще, как бы, у белых идеи, понятно, образование проходной, то есть образование проходной с сетом, идеи с а4 а5. Ну, то есть классическая такая вот структура миттельшпиля с висячками, без ферзей. То есть угу. Белых так, слон окей. Есть. Значит, что... ладья а на c8 начинает понимаешь, найти. Понимаешь, это все-таки перевес носит такой образный характер. По большому счету, конечно, должен Гири защищаться элементарно. А4. Ну, стандартный таран пешкой избавляется, во-первых, от слабости, а во-вторых, нагнетает на ферзем фланге. Ладья c7, а5, ладья d8. Взяли. То есть, опа, возникла слабость на а7. Конем он взял, кстати. Да, интересно. Значит, прикрыл ходом ладья f на c1, конь c8. Бах, пацаны. Да, ну кажется, да, что, в общем-то, играть особо-то и нечем. Да, g3. Давайте посмотрим, как Карлсон выжимает из этой позиции какие-то шансы. Конь e7, ладья a4, конь c6. С противника, да. Да, c5. Вот для чего он ходил ладья a4, чтобы прикрыть пешку с фланга. Конь d5, конь e5. Короля что-то пока не подводит. Ладья c4. Еще раз укрепил пешку. Забрал. У белых мощная структура, кстати. F6 подрывает ее. В принципе, грамотно. Ну, пока ничего не происходит, я вообще думал, что партия быстро закончится. Вот при вот позиции. Не, ну вот здесь-то мне казалось, что перевес у белых все-таки.
DEFE и как... Да, и толкаем пешку ферзи, не централизуем короля. Вот, это важно. Значит, тонкость юмора можете оценить, посмотрев вчерашнюю трансляцию. Значит, c6, конь f5. Ну, у белых очевидно, что перевес здесь. Вам по один к нам подключился. Да. Как там, сноуборд? Как? Значит, ладья e8. Подбился или нет? Ладья c на c5. В общем, Магнус получил стойкий позиционный перевес. Так. Полностью в поту стоит Анишгири. На ровном и месте начинается опять. На... Ну, то он так всегда играет. Он доминация на... слона над да. конем здесь. Начинается на движение пешек. То есть удивительно, что он эту партию все еще не выиграл. H5. Ну, иначе сейчас там король H3, G4 и G5, король G4, H5. То есть просто наталкиваем все, и соперник ничего сделать не может. Так. Значит, H5 зафиксировали. Король H2 отступил, чтобы не стоять под ладьей. H6. Что такое, скидка пешки просто? Ну, нет хорошей жизни. Ходов нету, возможно, да? Цукцванг какой-то. Значит, скинул пешку, тот дал шаг, забрал. И просто вернулся. Да, то есть уже близко к выигранному совершенно. Да, теперь очевидно. Соперник полностью перевязан. Так, да, черные полностью связаны. H5 теряется. Так. Тактическая... Тактические ресурсы у черных возник, но у белых тоже своя. Значит, слон H5, король F8, да. Ну и вот здесь момент истины наступил. Так, ну что же, давайте дадим возможность телезрителям, так сказать, проверить, насколько они сильны. Здесь, в общем-то, белые начинают и выигрывают. Такое чувство, что должен быть мат. Правильно, чувство мат на самом деле есть. Ладья f7. Ну, после следующего хода, в принципе, ладья f5, король g8 давайте поставим. И вот здесь вот просто посчитаем. Да что за бред, это он... Так, ну, Миш, давай пока не торопись, да, ну, пускай люди, может, кто-то захочет блеснуть. Попробуйте, значит, Карлсон не выиграл эту позицию, ну, мат в несколько ходов на доске. Удивительно, да, вот это фантастика. А ты в этот момент был уже еще в зале или уже нет? Нет, я вышел уже из зала. Что-нибудь там не по себе. Да, как раз партия сейчас завершилась, мы видим. А, я ничья, даже не представляю, да. Что с Магнусом здесь. Так, ну ладно, да-да-да. Вот кому интересно, попробуйте, может быть, посмотреть потом трансляцию. Я думаю, он будет вне себя. Ну, короче, никто не пишет. Давай не будем затягивать. Сейтнот спрашивает. Значит, мат в несколько нет, ходов. Нет, сейтнота здесь не было никакого. Значит, 55-й ход. Просто дай шах. Просто дай ладья c8 шах. Да. Вот, ладья c8 шах. Король h7, ладья f7 шах. Король h6, ладья h8 мат. Ну, конечно, можно удлинить постановку мата, но сам факт. То есть ладья c8 заканчивал партию в один ход. В три хода мат ставится. Ну, не суть. И Карлсон этого не нашел. Вот, редчайший случай в истории шахмат. Ну, однажды Чигорин зевнул Стеницу мат два хода в сложной позиции, там, хотя и с лишней фигурой. Однажды Топалов не поставил мат в два хода Крамнику в матче на первенство мира. Вот, при том, что оба не видели. Вот. И вот это, наверное, войдет в очередную... Да. Это самую... Трагикомедию, так сказать. Шах, ну, даже говорить нечего, да. Все, да, просто мат. Ладья c8, ладья f7, ладья h8. Не увидел этого Карлсон, сыграл слон f7, король h8. Попытался... Нет, уже ничего не попытался. Дал шаг, забрал. Вот, у черных нашлась контр-игра фантастическая. Король e5, и здесь грозят вечные шахи, висит... Ферзь d2 грозит. Да, к сожалению, вот слон h3 нельзя из-за ферзь d2 и фербет h6. А вот в этой позиции слон d5 нельзя из-за ферзь e2 и фербет h5. То есть ничего не получается, ничего не сходится. Вот Магнус еще титаническими усилиями сыграл больше половины партии, он в итоге отдал ладью. Вот сыграл он все-таки слон h3, да, отдал его таким путем, пытаясь провести эти две пешки, но не удалось... Я здесь не буду сильно комментировать.
Скажу, что, кажется, однажды Иванчук выиграл у Лека или Лека Иванчука подобную позицию. Ходов... Ну, вообще-то, по-моему, это ничья, по-моему, все-таки ну, битая, да? Ты помнишь, была такая партия, ходов 200 они в итоге ходили? Ну, приблизительно, вот. Да. Были случаи, что такие позиции выигрывались. То есть играют, несмотря на лишнего ферзя, на победу играет Карлсон. Ну, вот. Но не получилось. То есть задача белых какая? Надвинуть свои пешки. Не получить вечный шах и выиграть партию. В общем, задача архисложная. Хождение было. Да, пока хождение туда-сюда, но, наверное, будет пытаться двигать-то, я думаю, все-таки. Да, видимо, он был очень расстроен, поэтому и играл столько времени. Да, вот он пытается двинуть эти пешки. Сейчас они будут заблокированы, видимо, в какой-то да, момент. Да, и угол не того цвета, ничья. В игре Радослава конь h3 работает. Я думаю, что имеется в виду? Номер хода, пожалуйста. Ну, в смысле, конь на h3 вообще делается какое-то дело или нет? Вот в чем вопрос, я так понимаю. Ну, ладно, мы, в принципе, уже... А, смотри, он даже эту позицию играл. Да, он был вне себя от гнева. Вот, и даже запотовал соперника. Да. Так он не хотел играть в ничью, то есть, вероятнее всего, он постепенно... До него дошло, видимо, во время партии, что он упустил мат в несколько ходов. Да, фантастика, конечно. Фантастика. Ну тут нечего сказать, да, это редчайший случай в истории шахмат. Чемпион мира не поставил мат в несколько ходов. Переходим к турниру претендентов, быстренько его просматриваем. Вот, значит, давай по порядку говори, что смотрим. Вот эту партию я вообще не хочу смотреть. Ну давайте, да, значит. Ну, что? В принципе, здесь, честно говоря, турнир, говорю, с каждым днем все больше и больше результативных партий. Ну что сегодня было интересно, мне даже сказать сложно, то есть как бы. Нет, так. Я этого не знаю. Ну ладно, давай, значит, смотрим в быстром темпе. Поехали, давай. Да, прям по порядку можем начинать. 47-й конь h3. Мы это обсуждали, по-моему, конь h3. А, ну да. Ну, мы этот ход и... Ну, я точнее. Ну, конь h3 надо было играть в любом случае. Конечно, даже если конечно это работает. Это абсолютно очевидно там. Ё-моё. Да, просто так фигуру отдал, конечно. Феноменально. Ладно. Так, давай возвращаемся. Давай тогда тихонечку сворачивать. Я в чемпионате России участвую за Самару. Отлично. Так, ну поехали, так, быстро значит, пробежимся, значит, вот первой партии особо ничего не было. Защита Грюнфельда, классический вариант, все это встречалось. Захват центра, переводы коней на край доски, они там на c4 лезут, подрывы. Вот это все теория, насколько мне память не изменяет. Да, большая теория, да. Ну, в принципе, вот. Тут партия быстро все закончилась тоже. Никаких особо движений здесь не было. Да, тут даже особо нечего комментировать, то есть... Как бы черные получили за пешку компенсацию в виде двух слонов и очень сильной ладьи на d2. Да. Вот, и как бы белые здесь рискуют только проиграть. Вот. Такое ощущение, что они с трудом не проиграли. Ну, ладно, да, здесь, в принципе. В принципе, здесь быстрая ничья. Дальше что смотрим? Ну, давай посмотрим вторую партию, Бенджамин Бок. Так, Бок проиграл Смирину. История Бенджамина Бока, да. Блин, а мы же с тобой это обсуждали, да? Этот мы... А, да. Значит, разыграли просто черные... Забыл. Пирцелфинцева. Да. Значит, белые разыграли такой агрессивный вариант с тремя нулями. Вот, ушли они в 3-0, начинается план белых слон h6, там g4, h4, h5 или h4, h5. А план черных, соответственно, b5 и начинаются гонки. Значит, слон h6, b4, разменчик, конь ушел и подрывает c6. Ну, простой бы смертный пошел бы опять, да, там, не думая, в блицок, например. Вот, здесь именно c6, то есть очень играет Смирин конкретно. Не обращает внимания на эти пешки. Взяли. Вот таким путем он защитил. Белый бросает свой план с атакой на короля и начинает укрепляться на ферзевом фланге. Так, ферзь b6.
То есть на ферме d6 ловится ферзь неожиданно, ладья d8. Угу. Конь g3, конь a5, слон ушел. Взяли-взяли, обратите внимание, создаваясь зацепкой, по-моему, просто уже плохая позиция при случае у белых, да? Да, то есть непонятно, что белые хотели, то есть позиция черных и перспективы только у них. Ладья вышла на e8, это скорее, чтобы не зевнуть какую-нибудь куней f5, там ферзь g5, что-нибудь, вот эти наскоки. То есть теперь мы всегда на там... на e5, чтобы не висело, да. Да, и на e5, чтобы не висело, чтобы прорваться d5 в нужный из моментов. Значит, ладья f1, ну, готовит f4, очевидно. А5, то есть просто зацепка, сейчас a4 и мат. Конь h4, вот. Странно, он. Странно, что на d6 не забрал. Тоже удивляет. Ферзь d6 хочется ударить? Да, да. Очень странное решение, то есть не понимаю, конь h4. Я бы взял, не думая. Да, пока еще мат не поставили, надо было... Значит, он сыграл конь h4, и черные прорвались d5. f4, начинается обострение, но... Черные готовы, видимо, к этому. Е3 перекрыл себя тут, то есть вырезал ферзя там от ферзь g5, от всех дел. Конь на h4, обратите внимание. Красавчик. Так, ладья 7. Ну, на самом деле, позиция опасная, то есть нужна аккуратность. Задвинули, потому что пешку, это всегда чревато матом. Стоит пойти ферзь h6, например. Но он, ну, пока не получается. Он меняет ферзей, да, ладья h6, и получается, что у черных просто лишний материал, плюс атака. Неожиданно пешка на e3, которая кажется слабостью, не дает белому королю сбежать на d2. Вот, пришлось как-то так играть. Так, и что-то все падает, что ли? То есть матовую клетку Смирин строит, несмотря на... Да, очень быстро. Несмотря на маленькое количество материала, он просто строит матовую сеть и сдались. Да, отличная партия, мне кажется. Такая на классе была выиграна. Так, идем дальше. Следующее, что мы смотрим? Давай следующую Маркус Рагера включаем. Выиграл у Софика очень быстро, насколько я понимаю, сицилианская защита. Отклонение, ход c3, такой ход на борьбу, идея захватить центр. Значит, конь f6 якобы напал на пешку, напала, он ее зевает. Но брать ее нельзя, потому что там ферзь a4 шах и забрали коня. g6. Рокировка, снова пешку брать нельзя. Собственно, за счет этого белые успевают... и ее защитить ходом ладья e1 и следующим ходом метнуть d4. Это все теория, насколько я помню. Почему Илья не взял на c2? Да ну, не знаю, честно говоря, уже. Он сыграл максимально жестко. Пешкой. Техника была очень высокая. Нет, Магнус, конечно, человек, но мат в три хода обычно могут поставить многие. Значит, рокировка d4, захватили центр. Вот обычно черные должны успеть в этой позиции взять и пойти d5. Может быть, в этой позиции так и имело смысл пойти cd, cd, ну, d5. После хода конь d2 все равно одно и то же, там чуть похуже позиции у черных, известные структуры, поэтому все это. Что-то это, в принципе, позиция на самом деле... Нет, на верится с трудом, шаг, если честно. Ходить, там... Нет, да... просто знают позицию. Подожди, а как она похуже? Имеется в виду, подожди, cd, cd, d5, конь d2? Нет, Е5, естественно. А, Е5, конь Е4, да-да-да, нет, ты просто меня сбил. Да, та похуже, да. Но, известно. Но конь Е8, по-моему, еще хуже. Нет, конь Е8 отвратительный ход, а здесь у белых уже просто большой. Слон Е3, Б5, наступление это... не подкрепленное, да, ничем, А4, да. То есть только создаем себе лишних слабостей. Нужно обязательно ход, А4, можно было конь Д2 сначала сыграть. Ну, выглядит неплохо, кстати, потому что Б4 взяли-взяли, и теперь белый конь отправляется либо, да, здесь уже выясняется, либо на Б3, либо на С4. Конь С7, ладья С1, Д5, Е5. То есть очень стратегически плохая позиция у черных. Еще опять, возможно, ошибка, потому что теперь придется эту пешку оберегать. Поле С6 слабое туда. Да. И конь сразу встает на Б3. Посмотрите, какая красота на Б3. Полная, да. Блокадный конь, да, не вышли черные из дебюта. Вот, и уже следует тактический удар. Вот. Теряется пешка d5, видимо. А тут король теряется. Трансформация получилась. Да. Тут теряется король. Начинается, видимо, матовая сеть, то есть конь e5, ферзь f7, тут куда-то туда. Вот, он прикрывает. b3 убрал из-под боя. h4 пошел мат ставить ходом h5. Попытка разменять ферзей натыкается на тактический трюк конь бьет g6. Ну, то есть это еще и зевок, что ли, блин? Да. Последняя надежда была, что белые зевнут мат. Они и зевнули, но дело в том, что это не оказался не мат.
Вот, шах можно дать, но там закрылся ладьей или слоном, я не знаю, то есть и выиграл. Молодец. Так, идем дальше. Кого? Гранделиус? Или... Давай дальше Гранделиуса. Угу. Так, здесь играли даговых королей. Каталонское начало. Белые решили сразу же отбить пешку через шах, чтобы потом не мучиться, как ее отыгрывать. c5 — это все классика. Конь e5. Ферзь c8. Ну, сила белых — это слон g2 в таких позициях. Так, конь c6, да, и белые бьют именно конем на d7, чтобы получить двух слонов. Вот, видимо, эта позиция чуть-чуть получше за белых. Ну, тут много партий было. Ильянов, Яковенко, Ильянов, я первый, что припоминаю. Яна уже посмотрели, к сожалению. Можно будет, я потом залью запись на YouTube, и можно будет там посмотреть комментарий к партии Яна. Значит, b6, слон e3. Рокировка, ладья c1, ладья d8. Ну, все как бы классическая расстановка. Да, ничего не происходит. Черный очень крепко стоит в центре. Да. Да, мне казалось, что у черной здесь вообще полный порядок. Может быть, даже чуть поприятнее уже. После c4, ну. Слоны оказались. Слоны. Не, ну тут черные и стояли с переездом в какой-то момент. Сейчас увидим. Был такой момент. Ну да, да. Ну, лишняя пешка, как что-то минимум. Лишняя, да. То есть можно было, в принципе, на e2 ударить, там, отступить куда-нибудь. Ну, можно и так. Да, вот мне кажется, что уже большой перевес, а как да? А он не выигрывал, не могу понять. Ну, не все железны, как говорится. Короче, имели черные огромные шансы на победу, здоровую. Да, причем особо с ребят ничего не сделали, то есть белые сделали все сами. То есть, объективно говоря... Я был удивлен, то, что тут спасся, что позиция смотрится. Ну, безнадежно смотрится. Е5, король h5, то есть, или король ну, f5. Ну да, или король f5, e5, да. Угу. В общем, как-то чудом, как-то, да, чудом удалось. Должно быть в описании. Вы пишете на Ютубе. А, нет, вы пишете на Твиче, сейчас я гляну, там ссылка, по-моему, не уместилась. Михаил Чес, по-моему, да, канал называется? Канал называется Михаил Чес, да, ну, в общем... Я не знаю, не заблокирует ссылку? Нет, вроде бы. Так, ну что, поехали дальше, да, давай, не будем останавливаться. Да, ну, на самом деле, подробная информация есть на канале на Good Game. Вот, ссылка на Good Game есть на Твиче, то есть там прям подробно все расписано. Я вспомнил, он почему-то не умещает ссылку на YouTube, на Твиче не смог разместить. В общем, нет опыта в этих всех делах, тут и надо комментировать успевать. В общем, отбилась пешка, ну, здесь уже непонятно, зачем играли. Ну уж досмотрим для этого. Вот это очень важная позиция. Вот. Белые красиво построили крепости, ничья. Так, идем дальше. Король g2 еще проверить ходом. Ну ладно, значит, что дальше? Ну дальше пошли. Ван Форест проиграл Джонс. Так, снова мы видим спокойная итальянка, то есть испанская партия поставлена... На полочку, никто ее не играет. Значит, классическая расстановка А4. Все это мы сегодня уже даже видели. Перевод сейчас коня через А3. Нет, тут через d2 его повели. Ну, черные грамотно расставились. Мне нравится, потому что я сам так расставлялся. Вот. Ну, какой-то примитив, по-моему, белый играет, честно говоря. То есть структуру вообще не понимают, что происходит. И вот. Можно сказать, что у черных здесь уже комфортная позиция. Может быть, чуть поприятнее даже. Да, да. Что делали белые, в чем их идеи были вообще? Совершенно непонятно, что они хотели. Ну, просто черные хорошо разыграли, они не дали себе мат поставить. То есть, белые обычно там коня успевают через F1 перевести и мат поставить, а здесь не успели. Значит, ну, позиция игровая, конечно. К1
как найти время с утра, когда работа с утра до вечера на шахматы. Как найти время? Ты не поверишь. Можно уволиться с работы. Если работа мешает шахматам, так ну и нафиг работу мою. Да, да. Только увольнение, и все отлично. Очень сложные вопросы. Ну, не всесильны мы. На него ответа не можем дать. Значит, c4, взяли, ферзь вторгся. Ну, в общем, поле d5 у черных там и так далее, там все съедено. Ну, вообще, конечно, партия очень слабая, белый проводит ее очень слабо. То есть, черные скинули еще качество. Ну, черные пытаются искать борьбу, то есть, понятное дело, и в конце концов находят, то есть, белый играет очень примитивно и получают проблемы на ровном месте. Ну, короче, я с тобой не совсем согласен, белые не так плохо играли, то есть... На мой взгляд, очень слабо. Вот. Позиция, скажем так, партия выдалась на самом деле сложной, на мой взгляд. То есть, не так просто хорошо, было выиграть. То есть... Ладно. Значит, да. Следующая партия, быстрая ничья в дебюте. Как тоже ты... там были события, сложные партии. Как ты его называешь, бизнесмена? Да. Вот, так, Е3. Конь c6, конь d2, и вот принципиальный выпад, ферзь b6, на мой взгляд, принципиальный ход. Мне кажется, CD, ED, ферзь b6 куда более принципиальный. Ну, может быть, значит, взяли. Ну, ладно. По крайней мере, сходу начинается безумная позиция, очень острая. Да. Вот ладья b1, ферзь ушел. Китайскому дракону только это и надо, то есть затащить в какую-то сложную позицию, то есть где нужно так тактически какой-то счет демонстрировать. Так, ну лишняя пешка образовалась. Кстати, я подобной позиции играл, потому что, ну, очень похоже на французскую защиту. Вот. Так. И подрыв, значит, позиция сложная на 3 результата, то, что хотел, видимо, китаец. Так, опа, нашелся трюк, конь e4, и, видимо, все подравнивается, да? Или нет пока? Да, подравнивается все, причем очень четкими ходами. Чем мне казалось, белые в какой-то момент даже стояли. Получше просто, да, у белых. Два слона, то есть где-то, может быть, пешкой h начать ходить. Ну, конь на c4 лезть. Да, поэтому. Конь хороший на c4, там тройная вилка будет грозить, поэтому... Ферзь не ловится. Слон e5, что это такое? А, ну то есть идея там конь c4, конь d2 не угроза, там всегда ферзь f4, ферзь f6. Значит, связка, ну, ферзь ушел. На большую диагональ, да, важный момент, он выменивает этого слона и тем самым нейтрализует инициативу. Да, грозил ход слона a1 просто в этом суть. Да. Или слон b2. Ну, короче, а здесь позиция выхощилась, или как говорят. Да. В общем, согласились, на ничью играть особо нечем, да. Ну и наконец последняя партия. К сожалению, Владимир сегодня пытался с дебюта. Вот. Я, кстати, самый смешной, так тоже играл и тоже без особого успеха. Вот. Да, пытался сразу же с дебюта перехватить инициативу, как-то запутать соперника, как я понял, со стороны. Сегодня было все успешно, на самом деле. В какой-то момент мне казалось, что у тебя позиция то, что хочется, белопольная стратегия, и сейчас ты его переходишь, но, блин, мат оказался старше. Стратегически, на мой взгляд, конечно, не по рейтингу, то есть, ну, молодой пока еще, не до конца не понимает некоторые вещи. Но, тем не менее, да, то есть, проблемы все равно были. Так, ну, поехали, да, то есть, выбор дебюта мы пропускаем, там были определенные основания сыграть так. Так. Вопрос Владимиру. Сам факт, то, что он пошел G3, это, конечно, уже... Кто, по-вашему, самый сильный во втором турнире? Тихо, не говори, дай сперва я свою версию придумаю. Блин, не так просто. Короче, я бы сказал, Смирин. Самый опытный. Ну ладно, вопрос был к тебе. Кто, по твоему мнению, самый сильный в турнире? Опять же, сложный вопрос. Потенциально сильный. Понять надо просто у каждого, в большинстве, в смысле, игроков, которые за 2600, те, которые ниже, я вообще не обсуждаю. Ну, в принципе, по выигранным турнирам, наверное, Джонс. То есть Джонс очень много турниров выиграл. По опыту и игру в элите, наверное, Смирин. Смирин, да. Но Смирин как бы его лихорадит по ситуации. По потенциальным перспективам, возможно, Шангли у... Ван Форест тот же очень приличный шахматист, просто его здесь как-то он играет просто слабо.
Я видел, как вообще, он играл в Испании. Вообще самый сильный это Владимир Добров и все. Не, и ну, на этом мы говорим закончим. О перспективных людях, не тех, кто уже повесил доску на гвоздь или как там назвать это. Ну, можно и так сказать, да. В этом, да, то есть, да, пожалуй, так, да, то есть, получается, Джонс, ну, Гранд Эллис еще тоже очень приличный шахматист, на самом деле, вчера потом тоже увидели урок позиционной игры. Давайте будем объективны, в турнир БВ Канзей не может попасть неприличный шахматист, вот как бы и этим все сказано. Просто не позовут, или он не отберется. Значит, Е4, С5, конь F3, Б6, вот это... Такое веяние. Вот, я посмотрел, неплохой, но есть одна проблема. Нет, давай ты не будешь ее рассказывать, чтобы тебя потом кто-нибудь смог обыграть, то есть, еще разок. Да, да. Вот, скажи мне, что на D4? CD слон B7? Да. Все, молодец. Как я прям? Я, да, ты угадал. Значит, G3? Ну, G3 не самый лучший ход. Ну, да, да, да. И теперь черных позиций оправдалось. Я думаю, ну все, переиграл наш G6, все. Да, все комфорт. Великолепно ставил. Комфорт, перехитрил. Тут же не про приличие вопрос. Не понял. Значит, слон G7, рокировка, конь F6. Да, но здесь надо было, мне кажется, конь F6 не ходить, просто пойти E5 здесь и все. Я бы отфиксировал результат уже. Нет, E4, C5, конь F3, B6, C4, это в перспективе... Нет. Это в перспективе, во-первых, ежа можно построить на очень долгую борьбу. На самом деле я могу сказать, что это не плюс вот. Равно, это жесткое равно. А можно пойти конь c6 и успеть e5 прокинуть. Нет, и... там можно там смотреть партии Бауэра. Кристиан Бауэр, французский шахматист. Он сыграл порядка 50 или 60 партий, так с колоссальными совершенно успехами. c4 один из не самых лучших ответов вообще. Потому что там быстро конь идет на c6, ферзь на b8, слон на c5, и у черных шикарная игра. Так, значит, конь f6, возможно, конь f6 да. Очень слабый ход, то есть, на самом деле, конечно, мне надо здесь пойти e5, конь e7, и, в принципе, партия бы уже вне опасности черной полностью контролировали бы центр. Ну, то есть, и партия могла бы закончиться чем угодно, но позиция нет, боевая. Нет, e5, конь e7, 0-0, d5. Значит, конь f6, мне тоже ход так показался, немножко вызывая огонь на себя. Вот, конь да. d5. Ну, в принципе, по белым полям игра есть, но, с другой стороны, ты дал молодому... В перспективе атакеру пешку на e5 продвинуть, что рискованно. Ну, проблема была в том, что он с полями у него трудности, стратегическое понимание. В принципе, я был здесь более-менее доволен объективно, то, что происходит. Да, то есть черные хотят построить при случае так называемая расстановка смыслово, что ли, это называется, типа слон c6, ферзь b7, ну, такое неофициальное название, скажем. Вот, да, пытается ферзи разменять пока по бланке. Тот отклоняется, да, то есть, видите, стратегия выбора дебюта Владимира в том, чтобы разменять ферзей поскорей. И это бы было с молодежью бы... Вышли, и да. Это была бы победа, да, но, к сожалению, соперник понимает свои слабости. Вот здесь шикарная, вроде как, позиция у черных, кажется, но на самом деле не все так просто. Пешка на e5 стесняет пространство, конь на b8 не выходит. Вот, это минусы позиции. Плюсы, конь на d5, белопольная симфония такая красивая по диагонали, вот. То есть позиция скользкая. h5. h5, да, ну, в принципе, пихает, здесь... А, так, конь h4. Да, конь h4 я этот ход недооценил, честно говоря, здесь некоторые вопросы... Не мог защититься от него, в принципе, так-то. Да, ну, может быть, нет, была идея по-другому сыграть. Сразу же коня метнуть, да? Конь h6, h6, слон f8, вообще в 3-0 выйти потом, ну, а. Это... Слишком вызывающе было. Тоже, да. Значит, конь А6, пошел перевод коня. В принципе, конь идет в район поля Е6. Логично. И здесь ты решил все-таки сыграть Е6. Ну, здесь Е6 неоднозначный ответ. На самом деле, конь С7, конь Е6 ставить, скорее всего. Да, блокаду попробовать поставить. Потом, может быть, начать подрывать ходом Д6, да, то есть и... Ну, к чему бы это приводило, неизвестно. Да. Но, на самом деле, в партии тоже был момент, где я мог получить очень интересно. Сейчас не буду подробности лезть, конечно, сегодня очень огорчен, то есть по сравнению с предыдущими партиями, то есть где... Да, но здесь тебя поотжали. Вот здесь был момент, значит, да, ну G5 ход ужасный, надо было, конечно, играть здесь слон A4, по-моему, или ладья D8 предварительно. Ну, G5, я думаю, что после H6 позиция моя тяжелейшая, но здесь, конечно, произошло какое-то это невероятное совершенно
А6 очень важный ход, причем про него я всегда помнил, но почему-то в этот момент забыл. Были проблемы со временем. Так, что произошло важного, расскажи, потому значит, что... слон бьет А6, конь D6, конь АC7. Да, и здесь он не пошел конь E4. Да, ну и вот здесь вот после, вместо того, чтобы... То есть конь E4, ферзь H5 и все, и закончили. Ну, конь E4, ферзь E2, ферзь H5. Я думаю, что это конец объективно. То есть стратегически безнадежная позиция. Да, он сыграл А4, очень странно. Да, но вот здесь фантастика, я не пошел F5 здесь. Это, конечно, просто чудо. То есть пойди F5, позиция просто полна жизни, и неизвестно, кто еще на что играет. Ну, то есть F5 ход элементарный, то есть даже обсуждать даже нечего. Да, ход напрашивается, B5, слон D7, или да, 8, или слон D7. Слон А3 и... Ну, ферзь G7, там, ферзь D7, там, как угодно могут поставить. Да, фантастика. Конечно, F5 не пойти это... Да, ну, то есть... Перейти к голландской защите, Владимир. Да, причем на F5 он должен был брать на F5, я почему-то там, ну, там, B5, там, слон ушел, и конь бьет F5, ну, там просто менялось бы все. И... Конечно, конь на D6 сильный, но еще полна жизни, борьба, то есть еще и я в игре, во всяком случае. Да, ты проиграл эту позицию очень быстро, к сожалению. Ну, слон G7, конь F3, вот здесь, конечно, надо было еще G4, конечно, сыграть, я тоже с ума сошел, G4 не сыграл, то есть... Да, ну да. Так вот, к сожалению, и происходит часто в партиях шахматистов, то есть мы делаем ход, а потом понимаем, что, мол, что я несу, куда я хожу, то есть, да, да. То есть как правило, сразу же сильные шахматисты понимают свои ошибки, как правило. Редко бывают партии, когда ты проигрываешь и не понимаешь, что произошло, это против особо сильных, там, типа Карлсона, например, когда он тебя обыгрывает, и ты не понимаешь, почему это произошло. Вот, но я с этим не сталкивался. У каждого, да, там. Значит, я с этим не сталкивался, не проигрывал я ни разу в жизни ни Карпову, ни Каспарову, никому из элиты я не проигрывал. Вот, в классику. Почему ответ известен, я не буду его озвучивать. Да. Значит, F6. Нет, хорошей жизни уже ход сделал, да, хотя B5. Можно было еще, по-моему, бороться по-другому. Ну окей, да. Это уже, позиция противнейшая, да. Конвульсия. И вот да. Последний момент, а почему не G4? Здесь? Да. Так, по-моему, просто нельзя же G4. Нет, нельзя F5. Нет, слон F8 же на G4 просто. Или E там, ну неважно. Угу. Не, ну это в принципе уже. Ну тут уже да, все рассыпалось. F5 правильный ход, а, ну, на конь G5, на слон F8, то есть слон H5, слон бьет F8. Здесь, конечно, убить слоном и слона на C5 поставить. То есть, да, но ты уже, видимо, настолько был расстроен, что уже просто. Да, да, конечно. Здесь, честно говоря, уже ничего не хотелось. Да, ну и соперник еще провел комбинейшены тут всякие. Да, разгром получился, и в этом как бы. Да. Неприятность. Соавтором стал. Концовки красивой. Да, два качества белые пожертвовали, да. Ну, так оно часто бывает, да. Так, ну что, мы сегодня... Печаль. Подошли мы сегодня к концу, да, значит, задавайте какие-то вопросы, если есть. К сожалению, YouTube у меня сегодня почему-то не запустился, не знаю почему. Я сейчас поставлю видео на заливку. Вот. Видео будет, если кто не успел к началу трансляции, сможете посмотреть, как только видео зальется. Значит, ну что, подводи пока итоги, мы ждем вопросы, буквально минутку. Ну итоги какие итоги? То есть, в принципе, турнира борьба осложнилась. То есть Карлсон не выиграл и не догнал СО. То есть интрига вся впереди закручивается с каждым днем все больше и больше. Ну, осталось 6 партий. В общем-то, за этих 6 партий мы посмотрим, как вообще. Значит, да, у нас еще осталось несколько трансляций. Вот. Потом, значит, дело в том, что 25 числа трансляций не будет, и их больше не будет, этого турнира вообще. Значит, потому что я уезжаю в Москву. Вот. И там возможности проводить записи не будет. Значит, видео. Ну, в общем, у меня есть идея по приезду прокомментировать все это дело. Вот, в таком же духе. Ну, в общем, мы сейчас обсудим идеи, ну, с Владимиром. Видно, да. Может быть, каким-то чудом удастся из Москвы, но вот 25 числа трансляции однозначно не будет. Вот. Так как я буду в этот момент в так, дороге. Ну,
пока еще до 25-го несколько да, дней, поэтому... Да, но пока мы работаем, я, кстати, уже чувствую определенную усталость, вот, накопилась. Значит, все это, конечно, изматывает. Постоянные комментирования, варианты, обсуждения и так далее. Не так все это просто. Особенно в моем преклонном возрасте. Значит, тебе советуют бахнуть какой-нибудь гамбит. Обязательно бахнем. Спасибо за трансляцию, спасибо за стрим. Значит, спасибо, что приходите. Ну, может быть, завтра Фирзвик гамбит. Да, значит, в общем... Что еще остается? Вы можете, вот я там скидывал ссылку, вы можете, значит, подписаться на канал Ютуба, поставить там плюсики, если понравилось, если не понравилось, дизлайки так называемые. Значит, подписывайтесь на Twitch, на Good Game и так далее. Вот, если будет интерес у народа, мы будем продолжать устраивать стримы. Вот, так что можете нас поддерживать таким образом. Вот. Ну и спасибо всем, кто поддерживает другими способами. Да, всем спасибо. Значит, на сегодня все. Завтра, скорее всего, трансляция начнется чуть раньше. Я думаю, в 21:00 там есть определенные причины. Так что все. Всем пока. Всем, да, всем всего хорошего. Пока.